Привет, ребята! Сегодня со мной играет моя любимая сестричка Маша. Говори. Всем привет! Если хотите больше роликов с моей кнопкой, поставьте лайк. Ей 3 годика, а летом исполнится в июне 4. Да, Маша? Я? Мы сегодня поиграем вот в эту игру «Супер стихии». Так. И вот я захожу, а она уже зашла. Так, да, я подключился. Так, ребят. Так, какую стихию выбрать? Блин, почти все забрали, но я возьму гром. Потому что я почти гром весь делаю. Ну, поэтому и мне везет. Тут, кстати, прикольная очень игра. Я сейчас... Что такое? Кстати, Маша умеет говорить. Она просто притворяется. Воображулька маленькая. Илюша! Что? А где твой дом? Какой мой дом? А. Это твой? Да. Ой, она пришла к моему дому. Сейчас я ей покажу мой скин. А, точнее, она покажет вам ее скин. Ой-ой, стой! Стой! Я же сказал, стой. Беги обратно к дому, а я пока отключу систему. Но у нее такая розовенькая кошечка и костюмчик недорогой, не за робоксы. У меня у самого не за робоксы, просто робоксы на... В мой беге. Я отключил все. Все, все, все. Так, в мой домик она заходит часто, но и иногда даже... Ой. А, ну да, заходи. Я просто включил. Вот, Маш, постой на месте, я покажу им твой скин. Вот у нее такой скинчик. Прикольненький. Стихии. А своим посохом меня побей. Моим? Да. Давай. Я взял, я вот он. Я вот. Ты тоже меня побей. У тебя же суперсила в посохе. Моя сестричка просто не хочет. Но мы обычно не враждуем, да, Маш? Зачем нам драться, если мы братик и сестричка? Мы очень дружные. А, кстати, я вам под роликом Дорс... Ой, это ты, Маш? Бери пэтикл. Я вам под ролике в Дорс написал, где я живу. И вот теперь у нас тут 4. Да. Так, Маша, скажи мне, ты любишь фоткаться с подписчиками? Да. Да? Да. Ну вот молодец. Все любят фоткаться с подписчиками. Только я сразу говорю, с моей сестрой и мной только я проверяю по подписке. У кого нет подписки, с кем я не фоткаюсь. Сейчас. Стой, подожди, я хочу... Я сейчас, Маш, подожди. Открою дверь. Сейчас.
Я открою тебе дверь, ты сразу выбегай, потому что я сейчас включу лазеры, свою защиту.